Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале «Дела домашние». Сегодня мы с вами готовим завтрак, очень быстрый. Значит, для этого нам потребуется, значит, 3 яйца, плавленый сырок, дальше хлеб у меня бородинский. Ну, порезала вот я такими вот прямоугольничками. Можете кубиками, как вам больше нравится. Так, и еще нам потребуется бульон. Сейчас мы отправляем хлебушек на раскаленную сковородочку. Масло должно уже разогреться на этой сковородке. И быстренько обжариваем вместе, ну, бульоном солим. Так, дальше берем 3 яйца. В эти 3 яичка мы наливаем немножечко молока, ну, ложки 3 столовых. Размешиваем все это. Солить я не буду, потому что у меня будет соленый хлебушек. И сюда я еще натираю плавленый сырок. На мелкой терке я натираю. Можно и на крупной натереть. Ну, вот как-то так вот сложилось, что я всегда натираю почему-то на мелкой терке. Он как бы там расходится, его там практически не видно. Но омлет будет приобретать вот такой вот вкус сырный. Очень вкусно будет, в общем-то, получается. Так, все это, естественно, я так вот размешиваю. Ну и как только обжарится наш хлебушек, мы зальем его вот этой смесью. Вот, разложили хлебушек по всей сковородочке. Сейчас мы его обжарим со всех сторон. То есть, ну вот хлебушка я взяла, знаете, 3 ломтика. Вот он был в нарезке, значит, 3 ломтика я взяла и порезала. Сначала пополам, потом вот на кубики такие, раздолговатенькие. Так, вот заливаем. Так, вот залили. И накрываем крышечкой. Разровняем сейчас все и накроем крышкой. Огонь убавляем совсем на минимум или вообще отключаем. Так, вот. Приготовился у нас омлетик. О, вот такая красота. Естественно, порция на двоих, но я вот себе поменьше, мужу чуть-чуть побольше. Ой. С корочкой. Внизу корочка такая румяненькая, хрустящая. Так, это вот хлебушек. О, вот такая красотень получается. Вот так. Приятного аппетита! Готовьте вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была я, Галина Ткач. Всего вам доброго.